Здравствуйте, дорогие товарищи! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня хотел бы вам показать свою пасеку, как она выглядит. Может, кто-то из комрадов тоже занимается пчеловодством, им будет интересно посмотреть. На улице 23 октября сегодня. И принято решение составлять пчел на зимовку. Сейчас окончательно прошел, все литки проверил. Все дырки, щели, чтобы нигде не полезли. Ну и будем составлять. Вот шалаш. Шалаш стоит. Будут зимовать они там. В этом году зима рано наступила. Обычно в конце ноября еще снегу иногда нету. Сейчас уже вот 23 октября и снег идет. Поэтому принято решение составлять немного пораньше. Смысла нет держать. Теплой погоды не будет для облета уже. И будем ждать теперь сезона 2017. Это примерно март. Конец марта, начало апреля. Выставлять будем уже. Все семьи подготовлены. Весной посмотрим, какой будет результат. Большинство, все это раи. Где-то были пойманы. Свои выходили, отводки плюс еще. Вот один у меня зимует. Двойной такой улей стоит. Сверху нуклеус зимовать будет у меня. Не успел соединить. Ввиду того, что мало времени было. Работа и так далее. Вот. Все литки закрыл уже. Сейчас утепление проверил. В одну вот эту улей вот мышь залезла. В прошлый раз я ее не успел прибить. Она убежала куда-то под улей. Ну, в этот раз она не убежала, короче. Убил. И закрыл все дыры. Нигде не залезет теперь. На улице уже снег окончательно идет. Сейчас вот изморозь какая-то сыпет. В горах уже снег лежит давно. Там вот тоже в горах у нас снег уже лежит давно. Солнца уже давно не видим. В этом году осень какая-то была короткая, холодная, дождливая. И это тоже отразилось на пчелах. Последний облет у них был, наверное, где-то в сентябре. Примерно в конце сентября последний облет был. Ну вот, так выглядит пасека. Кому интересно, из комрадов посмотрит. Ну а я пожелаю всем крепкого здоровья и удачи. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.